на Каменских. Детский сад – это там гуляют, учатся, растут. А когда выросли, будет в садике выпускной, и они пойдут в школу. Стать парикмахером. Я парикмахер, я парикмахер, да. Я парикмахер, я парикмахер, я парикмахер, да. Я парикмахер. Чтобы мама была моя самая богатая. Там можно поспать и послаживать пазлы. Новый год, там подарки дали. Приходит Снегурочка, приходит Дед Мороз и раздает подарки. Лего, конструктор, всякие куклы Барби. Еда, оливье. На двенадцатке. Дружба — это когда ты дружишь и гуляешь со своими любимыми друзьями. Плохое — это значит, что с тобой, ну, ты ни с кем не дружишь и ни с кем не гуляешь. А хорошее — это значит, ты дружишь со всеми и гуляешь с ними в куклы и даешь свои куклы погулять с ними.